36 патриотов появились на свет накануне в Ульяновской области. Символично, большинство из них – будущие защитники Отечества. В День России их мам поздравил глава региона. Я надеюсь, что 12 июня станет для вас отныне самым незабываемым днем в году. Точно. Забудешь. Из операционного блока Диляра вышла всего несколько часов назад. Второго малыша в их семье ждали чуть позже, но сын выбрал особую дату. А потому и подарки под стать. Он будет носить «Я патриот России». В таких же обновках будет ходить и сын Марины из Кузоватого. Ровно 6 лет назад она родила дочку и теперь, опять же, в День России радуется уже третьему ребенку. Я рада, я очень рада, потому что мы любим детей с мужем. Все хорошо у нас. Муж у меня хороший, от плохих не рожают, надо рожать от хороших мужей. Вместе с полезными подарками глава региона вручил мамам свидетельство о рождении. Только в этой больнице в праздник родилось 8 малышей. Мы хотим вас порадовать еще несколькими мерами поддержки, для того, чтобы вам было легче было воспитывать ребенка. Ну и, конечно, мы хотим принять целый ряд дополнительных мер, чтобы у вас была возможность построить новое жилище. Детское здравоохранение в приоритете у государственной власти, но демографическую ситуацию в нашем регионе благополучной назвать не получается. Мы очень озабочены тем, что у нас из-за кризисной беременности иногда решение принимается неправильное в сторону прерывания этой беременности. Поэтому вот мы свою задачу видим именно в том, чтобы стимулировать женщин, иметь больше детей в каждой семье, наших молодых людей обучать принципам семейной жизни. Самых ответственных родителей патриотов наградят семейным внедорожником. Лучших уже по традиции определят в День семьи, любви и верности. Кристина Агафонова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск.